Нашим гостям, которые сегодня на таких интересных инструментах с нами, нам поиграли и с нами сейчас пообщаются на эту тему. Ну а почему мы все собрались здесь? Потому что 13 и 14 февраля в центре экстремального спорта «Спортекс» состоится грандиозное событие в мире капоэра и спорта в целом. Это второй чемпионат Сибири по капоэра 2016. Иван Шаленко и Дмитрий Маштаков сейчас только что для вас играли, а подробнее нам о мероприятии расскажет руководитель краевой флагманской программы «Экстремальный спорт» Владимир Качимов. Доброе утро. Доброе утро, Владимир. Здравствуйте. Рассказывайте. Приедут на мероприятие два чемпиона мировых. Это из Москвы. Они будут судить мероприятие. Также будет много участников из Омска, Москвы, ну и также Сибирского региона. Ну, Сибирь соберется, да? Да, Томск, Кемерово также приедут сюда, да. В первый день будет 13 числа, соответственно, будет семинар и батизада. Семинар по джиу-джитсу и капуэйра. Джиу-джитсу – это боевое искусство такое. Вот. Семинар по джиу-джитсу я сказал. Батизада это получение поясов. По капуэйра будет аттестация у всех участников, как по джиу-джитсу, так и по капуэйра, соответственно. Замечательно. Вот, 14 числа уже сам чемпионат. Аттестация будет по музыкальным номерам, которые мы слышали, или все-таки по каким-то акробатическим вот этим прыжкам? Аттестация будет, получается, проходить по именно технике, по КПР, боевой технике, потому что чемпионаты, они у нас проходят в полуконтактном режиме, поэтому мы получаем пояса по уровню именно умений и техники. Но, тем не менее, на более высокие пояса нужно знать аспекты музыкальные, нужно знать аспекты акробатические, поэтому все-таки аттестация на начальных этапах – это техника, а потом уже и остальные аспекты. Иван, на чем вы нам сегодня поиграли? Что это такое? Это беримбау. Беримбау – это именно свойственный капуэре музыкальный инструмент из Бразилии. Тут у нас получается тыква. Получается, как вы видите, палочка и струна металлическая. На лук немного похоже. Да, на лук похоже, но это музыкальный лук. То есть звук резонирует из струны в тыкву, и получается такой, ну, интересный звук. А это что такое у вас? Корзиночка маленькая, сплетенная. Кашиши, да, это сплетенная корзиночка, где тоже вот плоды есть сушеные. Они когда, ну, как обычно, знаете, погремушка. Это метроном, потому что когда мы играем, это отмеряет полностью, ну, такт, ритм. Поэтому, ну, это вот вам пришлось привезти оттуда? Или... Да, мы заказываем музыкальные инструменты из Бразилии, и барабаны, и бубны, вот эти инструменты, потому что они немножко отличаются от каких-то традиционных инструментов, потому что это все-таки именно КПР. Вот смотрите, Иван, вы мастер спорта международного класса, призер чемпионатов России, Африки, Азии и мира. Ну, то есть у вас уже такой существенный послужной список. Вы очень опытный спортсмен. Да. Вы уже знакомы с спортсменами Сибири? Какой уровень в Сибири спортсменов? Я знаком со всеми спортсменами Сибири, так. Знаю, какой уровень. И на собственном примере я показал, что даже вот из Сибири спортсмен может занять место на чемпионате мира, может продвинуться, получается, в мировом рейтинге и показать всем, что в Сибири бразильское боевое искусство тоже может развиваться. То есть сибирские парни способны там на, в принципе, то же самое, что и спортсмены там из Бразилии, из Европы, из там Африки, Азии, из Штатов. Ну а сколько вот у нас спортсменов в Сибири, таких достойных, кого можно отправить на мир? Ну, достойных именно. У нас сборная есть, и в сборной у нас получается 12 человек. Угу. Это лучшие спортсмены, получается, с разных школ, которые у нас есть в крае.
И мы постоянно проводим вот различные аттестации, различные отборочные, и поэтому формируем таких ребят, которые способны. Я хочу у Дмитрия спросить, а каким образом начинают заниматься капуэрой? Мы знаем, что детей, например, взяли, отвели в секцию по плаванию, он там плавает. В Красноярске тоже происходят какие-то регулярно наборы, может быть, ребят, которые желают заниматься? Мы набираем всех желающих заниматься капуэрой. Набор идет постоянно. То есть любой желающий может прийти к нам любой день и записаться. С какого возраста набираете ребят? Набираем детей с 4 лет. А если верхние, как бы, верхние границы, когда еще можно начать? Я думаю, что если человек в любом возрасте будет чувствовать себя прекрасно, то почему бы ему не прийти, как бы, не попробовать заниматься? Для любого возраста можно подобрать индивидуальную программу, даже если человеку будет, ну, далеко за 50. Ой, отлично. Вы нам сейчас покажете номер? Да, у вас конечно. Есть какой-то танцевальный номер? Смотрим. Посмотрим на технику теперь. Мы заходим в кадр, не убейте нас. Это ж как нужно чувствовать партнера, чтобы во время вот этого боевого состязания не поранить. Если это был не танец, то что это было? Это была игра. Да? Мы называем это игрой, и у нас чемпионаты проходят не в таком формате, а в более контактном. То есть, если я бью, а он не уклонился, то он может... Получить. Отлично. В чемпионатах, как правило, участвуют 16 лет. Хорошо. Чтобы приглашайте наших зрителей. Приходите на чемпионат по капуэйра, смотрите, занимайтесь капуэйра. Вот это очень классная игра, не совсем вид спорта, можно сказать. Это весело и классно. 13 и 14 февраля в Центре экстремального спорта «Спортекс» состоится грандиозное событие в мире капуэйра и спорта в целом. Второй чемпионат Сибири по капуэйра 2016. Спасибо огромное. Владимир Качимов, Иван Шаленко, Дмитрий Маштаков сегодня побывали в нашей студии. Приходите, посмотрите на спортсменов, или как, на игроков капуэйра, на атлетов капуэйра.